Они там абсолютно не прижились, не задержались более чем там на месяц-два. Я когда их в Москве встретил, Альберту говорю, он говорит, да ты что, я уехал через месяц, это не наше. Вы посмотрите, вся интеллигенция Армении, лучшие армяне, вышли из Баку, из Азербайджана. Все генералы, ученые, не знаю, артисты. Творческие личности, конечно. Все вышли отсюда. Но они не прижились, многие из них, в Армении? Нет, они в Москве, они в России все. Я хочу сказать, что это показатель тоже. Того общества. Конечно. И поэтому ереванские армяне не любили этих. Карабахов. И вообще считали их перевертышами. Потому что... Шуртвац называли, да? И в этом была тоже правда. Потому что наши армяне, они были воспитаны совершенно в ином мире.